Меня зовут Соня Любарова. Я основательница, владелица и кондитер кондитерской «Кролик Беги». Мне было 14 лет, я училась в школе. Это довольно дурацкая история на самом деле. И я влюбилась в своего одноклассника. А он слушал всякую музыку 60-х, он был хиппи. В те времена уже было не модно, но вот он все равно был. Вот. И я решила узнать, что за хиппи-то такие, и чего мне делать, чтобы ему понравиться. И полезла в интернет. И на сайте hippie.ru я нашла огромный список ответов на часто задаваемые вопросы про веганство. Я до этого вообще не знала ни про какое веганство и даже не думала никогда ни про что такое, но я прочитала этот список на ответы на часто задаваемые вопросы, и там все было настолько логично, настолько четко объяснялось, почему веганство это справедливо и вообще почему это правильно и почему это возможно вообще, что, в общем, я прочитала и решила, что это моя тема, я должна быть веганкой, если я хочу быть хорошим человеком. Вот. Сначала мне было как-то очень страшно, даже немного, потому что я думала, ох, ну все, я умру, у меня выпадут все волосы, все зубы, тем более, что все мне об этом говорили, что я умру. И у меня выпадут все волосы, все зубы, ногти, я не знаю. Обычно дают год, говорят, о, ты веганка, ну, через год умрешь. Примерно так. Вот. Но в конце концов мне надоело все это слушать. Я хорошенечко просветила себя, погуглила, почитала и нашла кучу всякой классной научной информации, которая говорила о том, что если я буду нормально, правильно питаться веганской едой, то все будет нормально. И вот все нормально. Меня все время просят рассказать эту историю. На самом деле «Кролик Беги» — это название одной из книг из тетралогии кролика американского писателя Джона Апдайка. Я просто очень люблю читать, и все названия и все идеи ко мне обычно поступают из книг, потому что это единственное... Ну, не знаю, единственное, в чем я черпаю свое вдохновение, больше потому, что я ничего не делаю. Ну, то есть я кино не смотрю и вообще вот только на улицу почти не выхожу. Вот, поэтому только книги, и поэтому я взяла это название. Оно, мне кажется, довольно символичное. «Кролик, беги», как будто он убегает от тех, кто его ест. Вот. Я 3 месяца ездила по Европе одна и думала, размышляла, что же я хочу делать в жизни, что же мне не сидится ни в одном университете. Вернулась и пошла работать в кондитерскую кондитером. Вот прям вот так, вот так. Набрала там о том, что у меня есть диплом. Меня даже никто не проверил, потому что я внушаю доверие людям. Вот, и пришла туда работать. Ничего я вначале не умела, ну как умела, потому что на самом деле это мое хобби было всегда. Я много лет сама чего-то там дома делала, поэтому многие вещи я и так умела, которые нужны там. Поэтому я притворялась достаточно долго, чтобы научиться там всем остальным вещам, которые были нужны. Вот. Я зарабатываю. Я, ребята, я не знаю. Вот, потому что я еще ни разу, вот такая стыдоба, ни разу не посчитала, сколько же я зарабатываю в месяц. Вроде на жизнь хватает, и поэтому я особо не парюсь и просто живу. Ну, вообще-то, это, конечно, неправильно, и нужно обязательно считать, и тогда бы, если я считала, я бы знала.
но я честно не знаю. Ну, когда я стала веганкой, это не было нормально, это не считалось нормально. Считалось, что вот, ну, там, вегетарианцы, может быть, от мяса отказываются, ну, может быть, там, от яиц, от рыбы, но веганы — это просто жесть, это какие-то, не знаю, это какая-то вершина хрустальной горы, на которую простые смертные, там, не только лишь могут забраться, а наоборот, не могут никак. И это там нужно, не знаю, 10 лет сначала не есть мясо, потом 10 лет не пить молоко, потом еще 10 лет, там, я не знаю, не есть мед. И только через вот это вот время ты настолько просветлишься, что можешь быть веганом. И оказалось, что это действительно несложно, и вот это мой второй рефрен. То есть первое — это то, что просто ради удовольствия мы лишаем жизни кучу живых чувствующих существ, а второй — на самом деле быть веганом — это проще, чем вы думаете, гораздо проще. Я, конечно же, собираюсь захватить мир веганскими тортами. Для этого надо обязательно расширить производство, масштабировать его, открыть 100 цехов по всей России. На самом деле просто хочется расширить производство, переехать в большой цех, нанять кучу людей, которые будут делать торты, а я буду похаживать и тоже делать торты, на самом деле. И кого-нибудь главное нанять, кто вместо меня будет фотографию в Инстаграм делать, да, потому что, черт возьми, я это не люблю. И вести группу, и, в общем, и считать. А я буду делать торты посреди цеха. У меня вообще нет никаких проблем со здоровьем. Я здорова, как лошадь, или, я не знаю, как конь. Ну, в общем, я очень здорова. Я регулярно сдаю кровь. Я донор с 18 лет. И уже сейчас мне 24, уже 6 лет, получается, я сдаю кровь. Я уже даже не знаю, сколько я ее насдавала. Точно больше 10 раз. Но насколько, не знаю, я не считаю. Вот, у меня нормальный гемоглобин, у меня отличные показатели крови, все в порядке. Я принимаю витамин В12, а также витамин D. И я советую принимать его всем, даже тем, кто не веган, потому что у нас в Санкт-Петербурге мы не получаем витамин D, потому что у нас нет солнца. И еще я принимаю... Ну, эти полиненасыщенные жирные кислоты, в общем, я забыла, как они называются, но говорят, это очень важно их принимать, поэтому я принимаю. На самом деле, мне кажется, что это плюс-минус фигня, ну, именно про жирные кислоты. Витамин D и В12 обязательно нужно принимать в Петербурге. А В12 обязательно нужно принимать всем веганам. Вот, но я принимаю на всякий случай из эксперимента. Где мы находимся? Это мероприятие под названием «Живая библиотека», и это лофт-особняк на Невском. Вот, «Живая библиотека» — это такое классное мероприятие, где люди с разными идентичностями рассказывают о себе другим людям, которым интересно узнать, а я здесь торты продаю. Я время от времени, да, выезжаю на какие-то мероприятия, которые близки мне по духу, на веган-фест и в открытое пространство иногда, на всякие там их мероприятия. И продаю всякие торты с копейками. Здесь сегодня торт «Баски берет» из моего постоянного ассортимента. Он шоколадно-шоколадный. Капкейки с черной смородиной и ромом. Капкейки шоколадные Эрл Грей с чаем. И несладкие маффины с оливками и помидорами. Ой, я по поводу веганского будущего в России, я думаю, что у нас все будет супер, что через 20 лет все ребята, кто сейчас не веган, вам будет стыдно, что вы не стали веганами еще тогда, поэтому становитесь поскорей, пока не поздно. Вот, я думаю, что у нас в России сейчас все офигительно быстро развивается, и я думаю, что у нас все будет очень хорошо. Я веганка по этическим причинам, то есть только потому, что я считаю, что это справедливо. И мне кажется, что мы не имеем права эксплуатировать и есть животных. И только поэтому я веганка. То есть мне кажется, что все остальное, там, здоровье, не знаю, что еще, энергичность какая-то, которую всем обещают, это все к веганству не очень сильно относится. И на самом деле для меня это не супер самоцель. Я, конечно, пытаюсь быть здоровой и все такое, но не супер самоцель. Главное — этичность.
Ребята, я всем желаю, чтобы ваша веганская жизнь была несложной, чтобы вас окружали единомышленники, а те люди, которые еще не веганы, они впечатлялись вашим примером и становились тоже веганами, и чтобы все стали веганами, и чтобы веганское будущее приблизилось. Ура! Пока! Ладно. Хочешь, я могу просто попрощаться? Мы потом разные сделаем. Там еще где-нибудь. Хорошо.